Прошу внимания, братья и сестры. Маленькое объявление в преддверии открытия нашего служения. По просьбе ашеров даем вам следующую информацию. На наших парковках уже появились подозрительные люди, которые довольно продуманно въезжают сюда сразу тремя или двумя машинами, сформированными группами, чтобы отвлечь как-то внимание одного или другого ашера и каким-то образом или угнать автомобиль, или забрать ценности, если в нем они есть. Безусловно, они были обнаружены и отправлены отсюда, но это вовсе не значит, что другие попытки не будут делаться. Тогда просьба к вам всем. Мы все приезжаем на хороших автомобилях и очень сильно надеемся на хороших дежурящих ашеров и на Бога. Но вместе с тем просьба к вам такая. Машины обязательно, автомобили обязательно закрывать. Не оставляйте их открытыми. И, пожалуйста, не оставляйте предметы соблазна открытыми или доступными для нехороших глаз. Если это кошелек, прячьте его. Если это телефон, прячьте его. Пусть ничего не остается видимым для того, чтобы кто-то желал проникнуть в ваш автомобиль. И если можно, также наблюдайте сами. Если будет видеть что-то подозрительное, давайте знать. Вторая просьба, чтобы скорость была как можно пониже, потому что наблюдается и то, что кто-то едет быстро по этим парковкам. Это все. Теперь читаю текст перед открытием богослужения. Исаия, глава 6. «И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». И вся земля полна славы Его, потому что механически многие из нас читает то, что написано, но понимает, что слава имела место на небесах.
только, куда был поднят Исаия, и кому, как не ему, посчастливилось увидеть, что там есть на небесах. Хочу, братья и сестры, внести поправку. Исаия оставался на земле. Он не был на небесах, но Бог дал ему возможность увидеть видение, отчасти проникнуть в происходящее там. И если вы еще раз внимательны, то славу, которую он увидел, и слова, которые он услышал, гласят следующее, что свят Господь неоднократно, и что слава Божья имеет место на небесах, но и слава Божья, славы Божьей полна вся земля. Так написано. И славы Божьей полна вся земля. Что означает? Что Бог всегда ищет на земле славу. Что означает, что Бог не может быть там, где нет славы. Вы понимаете? Бог только там, где есть слава, где Он прославляется, где есть те, кто Его славит. В различной форме. Не пугайтесь. Речь не идет о прославлении, к которому мы относимся осторожно. Речь идет о славе, которую любит Бог и которую должны воспроизводить искупленные Сыном Божьим. Господь приходит с удовлетворением туда, где есть слава. Она может быть через молитву, она может быть через пение, она может иметь место, это большая и приятная слава в шепотной молитве, где изливает христианин свое сердце и душу. И слава должна иметь место на земле, братья и сестры. Тогда где еще, если не в церкви, где обитает Божий народ, искупленный народ? Здесь должна быть слава. Она должна издаваться, ее должно быть много. Она должна наполнять здание, сердца и разум для того, чтобы сюда пришла слава Божья. Братья и сестры, многие считают, что я грешен, я немощен. Мне ли славить Бога с моими устами? Правильно рассуждаете. Как будто так и есть. Практически всегда мы ловим все себя на подобные мысли. Только заметьте одну деталь. Уголь, взятый с жертвенника Божьего, коснулся уст самого праведного человека. Не было лучшего и правильнее, чем Исаия в ту запущенную пору, когда он жил. Израиль был отступником, Израиль делал много ошибок. Исаия был священником, пророком, лучшим, но обнаружил, что и он имеет неправильные уста. И обнаружил, что ему ли славить Бога с человеку с ошибками, с устами неправильными, правильно признает свою природу. Но Господь имеет инструмент и средства, братья и сестры. И этот инструмент и это средство воспроизводит перемены. Жертвенника. Вы видели, пожалуй, вы все пожилые люди, как выглядит работа кузнеца. Не так ли? Горящий уголь? Или уже расплавленный металл. Представьте себе, что видел Исаия. Вот такой раскаленный уголь стал приближаться к его устам. Мне казалось бы, что он был полон страха, не так ли? Коснулся этот уголь, не обжег уста, но очистил их, изменил сердце, перемену сделал в разуме, и он обнаружил себя инструментом славы. Братья и сестры, пусть Господь коснется сегодня нас, через что ему угодно, через слово, через пение, через молитву, но давайте здесь мы сделаем место славы. Воздадим Богу славу в первой молитве, во второй, в третьей, и все 2 часа пусть будет временем славы для нашего Господа. Аминь. Молимся. Благодарим Тебя, Господи, и славим Тебя, Святой и Всемогущий. Слава Тебе, Господь, за то, что мы имеем возможность и право воздавать Тебе славу. Аллилуйя! Кого, если не Тебя, Господи, славить и благодарить? Нет подобного Тебе, Господи Божий, неба и земли.
Нет подобного тебе, Сын Божий Господь Иисус Христос, искупивший нас своей кровью, отдавший за нас свою жизнь, подаривший нам спасение без всякой платы. Благодарим Тебя, небо, и славим Тебя, обитающих там, достойны вы славы. Мы есть Твой народ, и слава Тебе, Господь, имеет место здесь, на этом служении. Господь, мы здесь для того, чтобы совершить наше вечернее богослужение и принести Тебе вечернюю жертву. Господи Божий, мы желаем с помощью Твоей соорудить здесь тот жертвенник, на который может сойти Твой огонь, и ничего не может погасить его, ибо он от Тебя, от Господа Бога, неба и земли. Зажги, Господь, наши сердца, наши уста, наши голоса, наш слух, чтобы нам воистину здесь воссоздать славу и построить тот климат, в котором возможно Твое небесное присутствие. Когда Ты есть, Господи, и нам хорошо, меняются наши сердца, и мы обнаруживаем себя другими, имеющими желание служить Тебе, славить Тебе, любить Тебя, Господь, и прославлять Твое святое имя. Итак, помоги нам в нашем служении, войди, Господь, в этот дом, и дай народу Твоему принести Тебе жертву славы, а Ты прими ее. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. А зараз я всіх запрошую про славу Господа. Радійте, співайте і славте обмиті кров'ю Христа.
Возлюблені Господом, дорога Церква Христова, скажемо слава нашому Господу. Добрий наш Господь і дав нам мирні дні життя, і ми маємо мир і спокій. І тому ми прийшли сьогодні в цей вечір соорудити цю жертву хвали для нашого Господа. Читаю Слово Боже. Написано Євангелія від Матвія, 14 глава, 22 стишок, таке слово. «І тотчас понудил Ісус учеников своїх войти в лодку і відправитися прежде Його на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевши Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это Ты, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде!» Он же сказал: «Иди!» Он же сказал: «Иди!» Слава нашому Господу! Місце Слова Божого, яке я прочитав, ми дуже всі знаємо. Це Слово Боже за Ісуса, який йому принесли таку вістку Христу, що Іоанна обезглавили. І написано, що Ісус віддалився в пустинне місце. І там був з учнями своїми. Але народ, коли почув, що там Ісус, почав сходитись народ до Його. Туди в пустинне місце і туди до моря народ почав приближатися. Написано, хромі, слабі, каліки, всі приходили до Христа. І там написано, що в тому місці Христос їх ісцеляв. Ісцелив всіх недужих, написано. Це є наш Бог. Але ви знаєте, коли там були вони цілий день при морі, коли вони там були, тоді написано, що народ зголоднів. Це як буває, це як обично буває, що цілий день слухали Слово Боже, цілий день утішалися біля Христа, але ввечері учні кажуть для Христа, кажуть, народ голодний, і нехорошо, якби відпустити їх, які не покормивши їх, або голодними відпустити. А один з учнів каже: хіба ж нам, на 200 динарів купити хліба, і то, де його купити? І чи буде це достатньо, цього хліба? Але Христос сказав таке слово для учнів тоді. Каже: ви їм дайте їсти. І ось, учні кажуть, що є тут 5 хлібів і 2 рибки. Є тут трошки, є. І Христос тоді звелів всіх посадити на траву людей там. І учні садовили цих людей. І він взяв ці хліби і представив перед Бога і благословив. І ось ці учні, вони роздавали ці хліби. Роздавали цю рибу учні. Ісус так їм повелів. І ви знаєте, після такої благословенного дня, після такої благословеної вечері, написано, Христос понудив по-русски, або понудил, або звелів, повелів їм. Каже: сідайте в лодку і переправляйтесь на той бік моря. Чи звертали ви на це увагу? Христос сам один остався. Отпустив народ, сам пішов на гору молитися, єднання шукати з Господом, з Богом. А учнів, якби приказ такий їм дав,
Ви переправляйтеся самі, переправляйтеся на ту сторону моря. І це вже, можливо, це вже був вечір, і написано четверта стража, або вже четверта година. Якось в українській Біблії написано, що це вже четверта година ранку. Цілу ніч вони пливли по цьому морі. І вітер зірвався противний. Вітер зірвався противний і так бив лодку, що вони всі змучились. Казалось би, чому ти, Ісус, так направив їх туди, понудив їх туди, заставив іти туди? І знаєте, що Слово Боже каже? Що те, що вони роздавали там хліб, те, що вони бачили це велике чудо, вони не повірили цьому. Жорстоке серце їх чомусь зробилося. І за це, я думаю, за це Христос їм якби повелів, переправляйтесь самі туди. Переправляйтесь. Не повірили цьому великому чуду, самі носили своїми руками хліб, рибу роздавали. А серце чомусь жорстоке стало. І ось в четверту стражу Ісус іде до них. І вони, написано, побачили як призрак. Як призрак, і злякалися, і почали кричати. Але всі взнали його, це Ісус іде, як призрак. І Петро, один із смілих, каже, Ісус, якщо це ти, вели мені, і я буду ступати по воді. І Христос що сказав? Іди, каже, іди. І ось ступає він на воду, ступає як на тверду землю і починає йти. Починає йти, а впереді Ісус. І каже, подивився навкруги, подивився на цей вітер, на це море, і усумнився, і почали ноги опускатися. Почали ноги опускатися, але Христос в той момент, коли Він вскричав, або коли Він попросив про поміч, каже, чого ти усумнився, Петро? Це ж я. Це ж твої ноги ступали на цю воду. Це я є твій Бог. І коли війшов вже в лодку, всі поклонились йому. І знаєте, що вони сказали тоді? Ти є істинно Син Божий, Ава Отче. Треба було пройти таку дорогу. Треба було пройти таку ситуацію, щоб зрозуміти, що ти є істинно Син Божий. Каже, якщо це ти, повели мені, і я піду. В свій час до Гедіона прийшов ангел, а Гедіон сховався. Ви знаєте, амалекітяни, вони приходили на Ізраїля. І витоптували все, витоптували. Всю землю обнищав Ізраїль, написано, якби, ну, знічтожували, приходили своїми стадами і знічтожували все, що росло. Пшеницю, жито, все, що було для людини потрібно, вони унічтожали прямо. Але що-то оставалося. І Гедіон розумів, що те, що оставалося, воно потрібно було для життя людини. І те, що оставалось, те, що збирали, не можна було, ви знаєте, так свободно вимолотити його. Для своєї сім'ї зберегти не можна було. І вони зробили такі ущелля, їх там ховалися. Ізраїльтяни, написано, ховалися там, щоб молоти, щоб щось для життя свого мати. І написано, що ангел Божий представ там і каже, Господь з тобою муж сильний. А він каже, як може бути з нами Господь? Як може бути Господь з нами, коли цього нема всього? Що було в законі, ми читаємо. Нема того потрясення снопа першого, нема. Нема тієї радості, нема співу. Мусимо ховатися, мусимо втікати. Нема того. Але ви знаєте, він там ховався, молотив, але в серці своєму розумів, це не є правильно, ні.
Це так не повинно бути, ні. І тому явився йому Господь. А він каже, як я піду? Каже, піди. Ти підеш, хоча ти найменший. Хоча ти не сильний, і коліно твоє саме менше. Але, каже, поразиш мадіанітян, як одного чоловіка. Тому що впереді йде Господь, Ава Отче. Тому що впереді є Бог. Ви знаєте, коли Бог повелить, тому найти по воді. Коли Бог повелить, тому найти і твердо ступати. Але коли Бог не повелить, то й по землі можна хитатися. Ви знаєте, все в руках Господніх. І в Його є направлення стопам нашим давати, тому що Він є наш Бог. В свій час цар Давид, великий, мужественний цар, воїнственний, ви знаєте, написано, побідив філістимлян. І знову філістимляни йдуть на землю. І знову, і Давид, написано, попросив Господа. Попросив Господа Давид. А як мені виступати в сраженні? А як я піду? І ви знаєте, Бог каже йому, Давиду, на цей раз, каже, заходь з тилу. І там є тутова роща. Там є роща тутова. І там засядьте ви своїм отрядом. І жди, Давид, коли по цій тутовій рощі поверху там пройдуть стопи Господні. І ти повинен почути ці стопи Господні. І коли ти почуєш ці стопи, йди, тому що Господь пішов впереді, Ава Отче. І він там, знаєте, стояв. Я не знаю, як можна було чути ці кроки Господні. Я собі думав, може так, як ми йдемо по листю сухому, і шорох здається. Може, чули, як вітер йде по вершку дерев. Можливо, так воно проходило. І Давид почув той шорох. І коли почув той шорох, і пішов Давид, і перемога була велика. Алілуя! Ви знаєте, часто нас Господь якби понуджує або заставляє переправитись на ту сторону, в якусь або в тій іншій ситуації. Ми попадаємо і думаємо, чому так виходить? Чому так буває? Ви знаєте, якби не було іспитання, якби не було, ви знаєте, таких перешкод в нашому житті, ми були б як ці, як тепличне це растіння, як в теплиці росте, ніби добре. Ніби все добре поливають, добра земля, і бур'яну нема, і сонце не пече, і вітру нема. Але коли його пересаджуєш на землю, коли пересаджуєш, де є все його зустрічає, тоді воно щось гнеться, тоді воно привикає і стає таке, ви знаєте, поки привикне, поки укрепне. Так само і ми буваємо в цьому житті. Ви знаєте, і постигає нас, і ми тоді, як той Петро, каже, Господі, якщо це ти, повели мені, повели мені. Тому що зустрічаються і вітри, зустрічається і буря, і сонце, і спека. Все буває в цьому житті. Не буває так гладко, не буває. Але ми буваємо часто похожі на цих учнів, які їмо хліб, які їмо рибу, і думаємо, це якби обичне, це обичне щось. Це і чуда нема ніякого. Жив Господь, перед яким ми ходимо, ви знаєте, жив Господь і жива душа. Бог є наш сильний спасати. Вслідування за нашим Господом. Як важно, щоб коли ми бачимо, що наші ноги трусяться, що нас, ми погружаємося в щось, щоб ми подивилися на Христа, Ава Отче. Подивилися на того, який пройшов цю дорогу однажды, який пройшов цей путь і знає, як нас провести. Петро каже, Ісус, якщо це ти повели мені, і я буду ступати. І ми ступили однажды, ступили в першій нашій любові, ми ступили твердо, але пізніше і вітер, і буря, але взір наш на того, від якого помощь, алілуя, від якого помощь і сила наша,
До того ми приходимо і сьогодні в цей вечір. Йому ми молимося, Його ми прославляємо, ібо сильний Він, щоби спасати. Благословен Господь. Звершимо молитву і в цей вечір на колінах перед нашим Богом, щоби Він укріпив кожне серце. Якщо хитаються ноги, подивитися на того, який дає силу і поміч, Йому хвала і слава. Амінь. Упование наше и сила наша, Альберега. Кир Бадаса Бадакраманго. Эльбереги Тугара Кламанго. Арбатарабада Ладарагла. Эльбереги Рейга. Аманарабада Рабада Спибеда Кламанго. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Кормана Шимана Раманго. Ibo ti je nas korčil, aleluja, aleluja. Korba ta sama na lama na rama, kotec, karama. Kerbe des ti bi dikla bele grejde, karma na. El bereke tu bi dikla tu dikla na zato reklaje. I kišenje mil, aleluja, aleluja. I kišenje mil, aleluja. Kerba ta sama na lama na grejde, koma na kremu. Kerba ta sama na lama na kremu, kotec, karama. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Господи, укрепи наші ноги, укрепи стопи наші, Господи, укрепи руки народа Твоя. Благодать Твоя і любов Твоя, свята не так дасть мій народ. Орби береги, ту мене прямо, до того треба до Господа. Чарба дарама на крамі, на рамі, на рамі, на рамі, на рамі. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слава, 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 аллилуйя. Кемен гродес, кемен рем. Керба дарама на рамі, кемен рем. Кис, дарама на лама на рамі. Жив Господь Саваон, жива душа. Последние веры Арби де Кроме Гетес. Ава Оше, Ава Оше, Ама Эр Слава. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Че. Слава Тебе, Епохин, Арби де Кроме Гетес. Эрби де Гештуни, Нетремен, Глотер, Эклейдес, Церма, Налави. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Боже, дякую Тебе, святий, святий, праведний, святий, любящий. Святий, добрий, Арба, Рама, Налейдес, Горба, Дерес. Слава тобі, алілуя, слава тобі, Господь. Боже святий, праведний, перед величчям твоїм народ твій, церква твоя свята. Боже, ми прийшли перед Твоє лице, Господі, воздати славу Тобі, тому що добрий Ти, тому що навіки Твоє милосердя, тому що кров Твоя свята омила нас і очистила. Слава Тобі, Господь. Ми поручаємо це зібрання в руки Твої, святі Господі. Благослови спів, благослови проповіді, благослови весь хід зібрання цього, Боже. Ібо ми предстали перед величчям Твоїм святим, і Ти є наш добрий Бог. Ми дякуємо Тобі за все, наш любящий, праведний Бог. Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Після загального співу буде служіння хору. Jesus.
друг всегда в борьбе, верен путь и дня. В скорбный час надежду не теряй, не теряй. Верен будь до смерти, верен будь до смерти. И тогда в пути сердце будет петь, радость будет даже в скорбный час. Я с тобой не бойся, я с тобой не бойся. Браття буде співати псалом, будь ласка, браття, брат Петя, проходять своїми шаграми. Ви знаєте, сьогодні вранці, я казав, було маловато співу, чомусь не подавали так заявки, але сьогодні я знаю, що наші друзі вже готові компенсувати те, що не хватало зранку. Так що хай Бог благословить. Співайте славу Божу, по правді, як брат Ваня сьогодні з самого початку казав, Бог любить, коли його прославляють діти Божі. Так що давайте будемо славити нашого Господа завжди і в общому пінні, будемо співати тоді, коли групи співають, хай Бог благословить наші групи. Боже благословення всі, будь ласка, браті. Слава Богу, браті і сестри. Ми хочемо заспяти псалому, слава Божу. І коротке слово перед цим псалом. А слова такі тут є. Я не залишу тебе, ніколи не покину тебе. А, знаєте, в Біблії місце написано, що, що Бог, якщо навіть мати покине, то каже, я не покину. І хто вірив іскрено в Бога, він... Я вірю в те, що не раз іспитував в житті, що Бог він нас не покидає. Трудні моменти в житті не покидає. І Бог спеціально, я думаю, написав це місце для нас, для матерів. То, що ви знаєте, як ви любите своїх грудних дітей, що коли навіть, знаєте, ви родили, вони, ви їх любите, ви їх ніколи не уставите. І Бог приводить такий приклад, каже, що я, каже, не покину, так як мати не покине дитя. Ну, каже, навіть якщо мати якась зла є, каже, то каже, я теж не покину. І я сидів там, роздумав і... Ми сказати, просто для цієї пісні, щоб народ роздумував над цією піснею і над цими словами. І до батьків є теж слово, що ви згадайте ситуацію в житті, коли Авраам, і Бог сказав йому сина принести в жертву. Ви згадайте, що, що цей батько іспитував. Батьки дорогі, що якщо ми в житті трудні моменти іспитуємо, Бог теж нас не уставить. І діти, якщо вас матері крепко любить, ви знаєте, що вас мама крепко любить. І ви знаєте, що вас Бог ще більше любить. Так як вас мама з татом не покидає, так само вас Бог, він вас дуже крепко любить. Хай за все буде. Слава Богу. Ісусе, у світі грішному знайшов мене Господь мій, а я не думав навіть про тебе. Отець мій, мене як сина ти зустрів, любов'ю моє серце ти зігрів. Ісусе, я вірю, ти мене навік простив, очистив, і словом правди серце освятив. Ти знову мені святе подарував, що любиш, не залишиш, ти казав, я не залишу тебе. Ніколи не покину тебе, любов'ю вічною я навіки полюбив тебе.
залишу тебе, ніколи не покину тебе. Якщо і мати забуде, дитя, я не забуду тебе. Ісусе, я знаю, я в тебе не є вже сам. Ти любиш, і наді мною є твоя рука. Ти поруч, і коли важко, так і ти. Ти кажеш, що завжди зі мною ти. Я не залишу тебе, ніколи не покину тебе. Любов'ю вічною я навіки полюбив тебе. Я не залишу тебе, ніколи не покину тебе. Якщо і мати забуде дитя, я не забуду тебе. Ісусе, ти вірний друже, мій, люблю тебе. Ніколи ти не залишиш, мій Господь, мене. Ти в серце мирі радість вічну дам. Я вірю слово те, що ти сказав. Залишу тебе, ніколи не покину тебе. Любов'ю вічною я навіки полюбив тебе. Я не залишу тебе, ніколи не покину тебе. Якщо і мати забуде дитя, я не забуду тебе. Залишу тебе, ніколи не покину тебе. Любов'ю вічною я навіки полюбив тебе. Я не залишу тебе, ніколи не покину тебе. Якщо і мати забуде дитя, я не забуду тебе. Всем братьям и сестрам, и всем, которые присутствуют на месте этом. Есть написано в притчах, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Но и сердце... Они идут не только источники жизни. Из сердца написано, что во власти языка жизнь и смерть. Но какая же связь между языком и сердцем? В Матфея, 15 глава, с 18 стиха, есть слова, которые записаны, когда Иисус Христос говорил своим ученикам, когда они его спрашивали. Он говорит: «А исходящее из уст, из сердца исходит. Сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека». Вот это все, оно оказывается не так где-то себе, не было его и взялось. Оно, оказывается, было в сердце и исходит из сердца. Когда-то Екклезиаст говорил, чего нет, того нельзя считать. Того просто нет, о том не говорят, того нет. Но если оно вышло, значит, оно там было.
а исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. То есть, другими словами сказать, слово, которое мы говорим из уст, оно исходит из сердца. Однажды учитель на уроке своим студентам рассказывал о слове. И он сказал следующее. Говорит, слово, когда оно вышло, вы уже не можете его вернуть таким же образом, как оно вышло. Господь говорит о своем слове, еще Исаия это писал, что слово, так и это в Исаии 55 глава, так и слово мое, которое, 11 стих, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Слово Божье, оно не возвращается тщетным. Если Господь сказал слово, оно производит свою работу для того, для чего он его послал. Но это Слово Божье. О слове, которым говорят люди, Иаков говорит в 3 главе, в 10 стихе, написано, из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья, всему так быть. Не должно. Один брат говорит, бывает. Но тут же, ниже, тот же Иаков и отвечает, 14 стих написано, а если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину, что так бывает. Если оно там есть, оно обязательно выйдет. Нет ничего тайного, чтоб не стало явным. Однажды один человек зашел в офис, и нужно было его спросить нечто. Я знал, что его достанет, но нужно было. Но я спросил. Но он разошелся и наговорил, много слов наговорил. На следующий день приходит и говорит, ты знаешь, извини. Когда я не контролирую себя вот в такой ситуации, я говорю не то, что думаю. Но Слово Божье не так говорит. Слово Божье говорит, все, что выходит из уст, из сердца выходит. Оно там было. Когда-то я тоже сказал несколько слов, за которые сразу же моментально говорю, извини, говорю, выскочило. А мне говорят, как идешь по тропинке, вот зайца нет, нету, идешь себе свободно, а он раз и выскочил. Он же там был, там сидел. При удобном моменте он выскочил. Вот так и слово, оно иногда выскакивает, то, что оно там гнездится. А исходящее из уст, из сердца исходит. Написано, что в Гаваоне Господь явился Соломону во сне ночью и говорит, проси, что дать тебе? Это 3 Царств, 3, 5 стих. И он начал просить, почему Господь пришел к Соломону ночью? Во сне ночью, когда человек спит, разве Господь не знает, что в него сердце? Знает. Он говорит, написано, проникает до разделения души и судит намерение, помышление сердечное. И он хотел, чтобы Соломон сказал то, что было у него в сердце. Когда человек спит, он не контролирует себя. Он в таком положении находится, что не может контролировать. И Господь начинает говорить с ним. И в таком положении Соломон говорил Господу то, что было у него в сердце. Именно то,
чем он жил, чего он жаждал, что он хотел и чего нуждалась душа его. Потому что он видел, что народ многочисленный, управлять нужно мудрость. И он это действительно увидел, и он этого хотел. И Господь это видел, что он это хотел. Однажды мне рассказали, что одна мать своего сына спрашивала ночью, он как-то говорил ночью, бывает такое. Она его спрашивает, он ей рассказывает, когда не контролирует. Он спросонья ей все говорит, и она все знала. Вот человек в таком положении, он говорит то, что у него в сердце. Мы можем иногда лукавить, но лукавство – это неправда. Это выходит из сердца. И это все оскверняет человека. 19 стих, Матфея, 15 глава, 19 – это продолжение того стиха, который мы читали в начале, 19 стих. «Ибо из сердца исходят злые помыслы». Злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления и так далее. Помыслы, оказывается, исходят из сердца также. Мы иногда претендуем на обещания, на обеты, на те благословения, которые Господь давал Давиду. Но Давид в своей молитве, в 16-м псалме, 3-м стихом, говорит, «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью», также ночью посетил Давида, «искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои». Что это значит? «От мыслей моих не отступают уста мои». Это значит, что он говорил то, что думал, а это все, как мы читали, исходит из сердца. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». И он это сердце имел. В сердце чистом. Написано, что каковы мысли в душе его, таков и он. Вот иногда поймайте себя на мысли, о чем вы мыслите, о чем вы рассуждаете. И вы увидите так, как видит вас Господь. О чем ваши мысли идут? Вот есть в Библии написано о мыслях двух человек. Один из них Иосиф, муж Марии. Написано о Матфея, 1 глава, 19-20 стих. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену, его, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Он это помыслил. Будучи муж праведен, написано. Но ангел является ему во сне ночью и вразумляет его на правильное действие. Так и Давид когда-то говорил, «Ты вразумляешь меня на ложе моем». Муж праведный, он, когда помыслит, что-то неправильно показалось в его глазах, в Иосифа. Но он вразумился на путь верный. Так праведник всегда вразумляется на путь праведный, потому что написано, что это помазание, которое оно у вас пребывает. Помазание, которое у вас пребывает. Оно вас научит, наставит на всякую истину.
и оно истинно и не ложно. Оно учит, оно говорит, если мы имеем помазание, если мы имеем это сердце чистое. Вот другой человек помыслил. Написано в Деяниях 8 глава с 20 стиха. Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо в сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся. Покайся всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего». Может быть, отпустится тебе помысел, то, что ты помыслил. Не то, что ты сделал, а то, что ты помыслил. Потому что это все в сердце находится. И это все написано, оскверняет человека. Один брат говорит: а что, я неправильно говорю? Говорить можно правильно, но и дела должны соответствовать тому же. Потому что написано, что по плодам их узнаете их. Не потом, как они говорят, а по плодам ихним. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния и так далее. И это оскверняет человека. В 19 стихе следующее, что мы читаем после помыслов, написано «убийство». Когда в своем благословении Иаков Иосифу говорит следующие слова. «Огорчали его», это в Бытие 49 глава, 23 стих, «огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы». Огорчали, стреляли, враждовали на него стрельцы. Кто же были эти стрельцы? Оказывается, это были его братья. Его братья были этими стрельцами. Но когда он был продан в Египет, и там нашлась стрелец, которая также стреляла в Иосифа. На лук его написано, остался неподвижен, тверд. Псалм 63, псалом 4 стих, написано о следующем. 4 стих. «Которая изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово». И это все выходит из сердца, как мы слышали. Слово, то, что выходит из уст, выходит из сердца. Они напрягли лук свой, это язвительное слово, чтобы втайне стрелять. Оказывается, слово, то, что выходит из сердца, оно может стрелять. Стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Изыскивают неправду. То есть говорят неправду. Говорят лжесвидетельство, хуление. Дальше мы читаем, написано. Делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины души его. Но поразит их Бог стрелою, стрелою также. Написано словом уст своих, он поразит Антихриста. Поразит Бог их стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя. Всевидящие их удалятся от них. Павел в
Во 2 Коринфянам 6 главе пишет о разных обстоятельствах, в которых они были. Написано, были они в чести, бесчестии, при порицании, при похвалах. Нас огорчают, нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, потому что стреляют, думают, что мы умерли, а мы живы. Но вот мы живы, нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, но мы всегда радуемся. Мы нищи, но многим обладаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Мы нищи, но многих обогащаем. А исходящее из уст, из сердца исходит. Сия оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, дальше читаем. Это интересно. Это если прочитаем это все, это почти все то же самое, что написано в Галатам 5 главе. Это плоды плоти. Оказывается, они исходят из сердца. И это все оскверняет человека. Прелюбодеяние, любодеяние, оно не сразу все совершается. Прелюбодеяние, любодеяние. Написано, что глубокая пропасть уста блудниц. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. То есть для того, чтобы это совершилось, уже Господь прогневался. Уже этому предшествовала целая верница действий неправильных, которые оскверняют человека, потому что все оно исходит из сердца. Хотел бы также обратить внимание на одежду, за которую часто говорят братья, особенно за такую вызывающую одежду. Написано, что все выходит из сердца, и это оскверняет человека. И братья это знают, что это все выходит из сердца, и об этом говорят. То есть носители таких одежд, ну, что они хотят показать или выделить? То, что у них в сердце. Потому что все написано, исходит из сердца. И доброе, и плохое. То, что оно там есть, оно оттуда исходит. Говорят, вы не смотрите на одежду. Но она говорит о том, что у вас в сердце. Написано, вы смотрите на сердце. Но Господь видит сердце. Видит помыслы, он судит и помыслы, и намерения сердечные. Если оно выходит уже из сердца, то насколько больше видит Господь, который проникает для разделения души и духа, состава и мозгов. Вы пытаетесь обмануть Господа, который видит все то, что у вас в сердце. Себя человек может обмануть. И это все написано, выходит из сердца и оскверняет человека. А исходящее из уст, из сердца исходит. Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. Но сегодня еще время благоприятное. Каждый из нас может обойти свое сердце и посмотреть, о чем вы помышляете. Так, вот, так оно, такой написан этот человек. Никогда не поздно, пока человек живет, исправить свое положение. Потому что Иисус Христос грядет, и Он недолго осталось до того времени,
когда это все совершится. Как-то я помню об этом раньше много говорили, сегодня как-то не так об этом говорят, но это время уже у нас в настоящем времени. Это время не будущего, это время настоящего, потому что это все совершается у нас на глазах, и шаги его я лично слышу. Да поможет каждому Господь наблюдать за своим сердцем, делать тот запас масла, который так необходимо будет в ближайшем времени. Аминь. Thank you.
Сестри бажають заспівати псалом «Тебе, тебе тяжело так буває». Сестри, ви вже виходьте. Після сестер брат Федя, я думаю, ми вас послухаємо два псалми. І після брата Феді буде говорити слово брат Славик. Боже благословення всім. Если даже и не так, мы не поклонимся другому Богу, сказали юные сердца Сидрах, Месах и Авдинага. А если даже и не так, слова вот эти мне запали, и я их долго берегла, в глубинах сердца сохраняла. Я вспоминала их тогда, когда волною разочарования, а если даже и не так, неужто захлестнет мое сознание, полна неверия и обид, неужто Бог чужим не станет? Не все бывает так, как мы хотим, но Бог нас любит и прощает. А если даже и не так, как ты хотел, молился, плакал, то все равно имеешь ты Отца, даяниями благими Он богатый. А если даже и не так, как Аввакум сказал когда-то, когда в пустыню превратится сад и в легкий дым твое богатство, когда вся жизнь наискосок и слезы твоим хлебом стали, ты знай, с тобою все равно есть Бог, Он допускает радость и печали, Он боль послал, Он исцелит, Он бедностью испытывает душу. В страданиях твоих не будет Он глухим. Он раны перевяжет и слезы все осушит. А если даже и не так, мы не поклонимся другому Богу. Ведь мы познали Господа Отца, и в небо нам дана только одна дорога. Аминь. Печали вздохов твоих.
что в жизни твоей много слез. И разве тебе не поможет? Разве Отец не ответит? Господь не пройдет мимо горя, печали и вздохов твоих. Он всемогущий услышит, Он тебе вскоре ответит. Господь не пройдет мимо горя, печали и вздохов твоих. Разве Отец не услышит? Разве Отец не ответит? Господь не пройдет мимо горя, печали и вздохов твоих. Он всемогущий услышит, Он тебе вскоре ответит. Господь не пройдет мимо горя, печали и вздохов твоих. Знаете, мы сюда ехали, я был драйвером, водителем, я был. И так интересно, 3 часа ехал к вам. Мне неделю раньше сказал служитель наш, брат Федор, ты готов? God will provide. Я говорю, постараюсь. Но вчера, позавчера уже я начал почему-то кашлять. I'm sorry. Думаю, что я буду делать? Сегодня в хору пел, снова начал кашлять. Моя жена сказала, езжай, пап, я буду молиться за тебя. И ты езжай, пусть Бог прославится. Так что если я что не смогу спеть, вы меня простите, я просто сыграю. В нашей чёрче иногда вижу, люди не поют, а быстро сыграл и все. Но я обычно пою. Я хочу, вот брат дал мне 2 псалма. Пусть Бог благословит. Это было бы нечестно, я чтобы один псалом спел с таким аппаратом, 3 часа ехать. I'm old man, я уже старый, уже 63 года, и вдруг один псалом спел, и auf Wiedersehen. Думаю, нет, я лучше 2 псалма спою. Через житейское море трудно войти в Сион. Надо подняться на гору среди житейских волн. Страшно бушует бури, слезы льют. Но ни на что не взирая, мы пролезаем путь. Сион, радость моя, дух мой парит в тебе, ангелы ждут меня в радостной той стране. Спеем на уста перед престолом благ, не умолкнут той песни слав на небесах. Если достигнем тот берег, увидим мы Сион. Тот, кто держит победу, будет в раю с Христом. А.
как отрада там будет в радостной той стране Сион. Радость моя, дух мой парит к тебе, ангелы ждут меня в радостной той стране. Пением на уста перед престолом благ, не умолкнуть той песни славы на небесах. Слава небесной отчизне будет наш вечный дом. Там приготовлено место ангелу родном. Все искупленные кровью, пролитой на кресте, жить будут вместе с Иисусом в радостной той стране. Сион, радость моя, дух мой парит к тебе, ангелы ждут меня в радостной той стране. Пением на уста перед престолом благ, не умолкнуть той песни славы на небесах. Аминь. Очень мало времени, братья и сестры, но все равно я, если спою псалом, хотел бы вкратце засвидетельствовать что-то, но нету времени. Я понимаю, я сыграю еще и спою. Братья дали просто два псалма. Иногда я свидетельствую, но сегодня я вижу, у нас сильно программа большая, слава Богу. Я думал, что спеть? Тут богато все, тут все есть. Когда-то в свое время в той стране, я говорю на 7 языках, 8 английский, там в той стране я ходил в любые села. Там я имел что проповедовать. Люди мирские, люди не знающие Бога, а тут все знают. Вот попробуй тут свидетельствуй, попробуй тут играй. Но я сыграю, спою очень знакомый псалом, который все знают. Пусть Бог прославится. Оставив дом, забыв отца, ушел вдалеко. Ушел в края, где счастья нет, где одиноко. За капли счастья променял свою свободу. Заблудшим сыном стал в отчи ты годы. Вернись домой, уж близко ночи. Вернись домой, отчи. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись домой, сын мой. Ты в жалких рубящих своих обремененный, пасешь сада и ежешки, ведь ты наемный. А вспомни годы, что ты жил в отцовском доме. Невольно катится слеза, как вспомнишь. Вернись домой, уж близко ночи.
вернись домой, вернись домой, вернись домой, молчи. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись, вернись, вернись домой, сын мой. Пойду домой, вернусь к отцу, а может вспомнит. Паду к ногам и попрошу, а может примет. Хотя бы быть в числе прислуг, но рядом с домом. Пойду домой, вернусь к отцу родному. Вернись домой, вернись домой, уж близко ночи. Вернись домой, вернись домой, вернись домой, молчи. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись, вернись, вернись домой, сын мой. Мой сын пришел, пусть знают все, он не заблудший. Пропавший он, нашелся он самый лучший. Мой дом его и все мое его пусть будет. И горе жизни пусть он все забудет. Вернись домой, уж близко ночи. Вернись домой, вернись, вернись домой до ночи. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись, вернись, вернись домой, сын мой. Аминь. Братья и сестры, мы сильны только нашим Господом. Мне понравилось одно выражение, что Даниилу мудрость Египта во львином рву не помогла. Ему помог там ангел Божий. Сидраху, Месаху и Авдинаго, Даниилу мудрость Вавилона, извиняюсь. Сидраху, Месаху, Авдинаго, мудрость Вавилона в огненной печи тоже не помогла. Ему помог, им помог там ангел Божий, им там помог Господь. Братья и сестры, и так по нашей жизни ни наша мудрость, ни наша способность, как молодежь любит петь псалом, ни нашою силою, ни нашою мудростью, лишь тільки Духом Святым мы все горы перевернем. Братья и сестры, это знает Бог, это знает сатана, а порой не знаем мы. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это. Это значит, что открытые уши были, братья и сестры, что сила у Бога. Христос сказал, оставайтесь в Иерусалиме, не отлучайтесь, доколе не облечетесь силою свыше. Брат и сестра, в твоей битве с врагом душ человеческих не твоя мудрость, я не говорю, что это не надо, не твоя, может быть, я не знаю, богатство, чтобы там не было, не даст тебе победы, братья и сестры. Тебе даст победу, аллилуйя нашему Господу, Дух Святой. Через неделю будет день Пятидесятницы, будете слушать очень много проповедей на эту тему. Мы с Федором решили исполнить Писание Евреям 13:16. Что там написано, братья? Там написано так. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Вот мы решили принести жертву Господу вместе с нами, вместе с вами в вашей церкви. Слава Господу! Потому что дал нам Бог любовь. Мы вас любим любовью Иисуса Христа. Мы благодарим вашей молодежи, братьям, которые были в нашей церкви. Мы с Винницкой церкви Манеил, примите привет. И просим еще раз наведайте своим всем благословением. Братья и сестры, я хочу поделиться Словом Божьим, которое я верю, что дал мне Бог от Господа. Братья, которые проповедуют, они знают, как это проповеди даются от Господа. Это, братья и сестры, тогда, когда у тебя даже и ума не хватает, и познания не хватает, а тебе Господь открывает вот эти истины, и ты видишь, что это не твое.
Когда Иосифа вызвали из темницы, и там фараону приснился сон, и никто не мог разгадать, то вызвали Иосифа. Фараон сказал, что вот мне снился сон, и никто не может разгадать. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать, разъяснять сны. И мне нравится ответ Иосифа. Иосиф ответил, это не мое. Бог даст ответ во благо фараону. Братья и сестры, глубина смирения Иосифа. Отсидел лет 10 в тюрьме. Братья молодые, 10 лет с 20 до 30. Представьте, чем вы занимаетесь 20 лет? Идете на джимы пустые. Я бы сказал, что телесные упражнения мало полезны. Не тратьте на это время. Это все лишние занятия. Молитвы, посты, посещения, спевки. К нам в Портленд приехать. Вот это да, я понимаю. Это просто лишнее. Но его Бог так повел, и он там отсидел в тюрьме, и только вышел из тюрьмы, и Богом хвалится, братья и сестры. Не нотки обиды на Бога. Себя ложит на землю, говорит, это не мое. Бог даст ответ во благо фараону. Братья и сестры, это уже частица моей проповеди. Я сегодня буду говорить о тайне, сокрытой от веков и родов. О богатстве, которое сокрыто в этой тайне, об этом сокровище и четыре стены, которые ограждают это сокровище. Братья и сестры, я прочитаю это место подтверждения, это Колоссянам. Я буду выборочно читать 1 глава, 26-27 стих и 2, 3 стих. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос в вас, упование славы, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Богатство славы в тайне. Это такое замысловатое изречение, кто не упражняется в Писании, даже трудно сообразить, что-то там так написано. Это очень просто написано. Фараону приснился сон, что вышли 7 коров из речки. И очень красивых, и очень тучных. И паслись тростники. А рядом вышли 7 худых коров, таких, что он не видел во всем Египте. И эти худые коровы пожрали этих тучных коров. И даже неприметно было, что они в их утробу вошли. И так смутился. То же было с колоссями. И когда эти все мудрецы не могли отдать эту тайну, потому что она от Господа, а тайна Господня, она открывается боящимся Господа. А любимый девиз Иосифа, любимое его выражение, от юности до старости, какой был, братья? Я боюсь Бога, аллилуйя нашему Господу. Юноша, если твой девиз, doesn't matter what situation, я боюсь Бога, ты strong man, ты не chicken, ты lion, you know? Братья и сестры, я знаю, о чем я говорю. И Библия примером полна для юношества, для молодых. Я боюсь Бога. Бог даст ответ во благо фараону. Откуда ты знаешь, Иосиф, даст или не даст? Полнота смирения, глубина смирения Иосифа дала ему голос веры. Точно даст и точно дал. И в этой тайне было богатство для Египта, которое спасло этот весь Египет. И если бы эта тайна не была открыта через Иосифа, пропал бы весь Египет, братья и сестры. Вот эта тайна, там было сказано, что будет 7 лет изобилия и 7 лет голода. Если не соберете в это время, все будет. И так спасенный был Египет. То же было и с Даниилом. Бог открыл величайшую тайну всемирных царств. Аж до того, когда большой камень отворился, от скалы бессидейца рук человек ударил в эти ноги этого истукана, и все разлеслось, как на летний гумнах, и ветер унес этот прах, и ничего не осталось. Мы порой сегодня трепещем перед какими-то там политикой какой-то, перед каким-то выступлением каких-то там президентов, братья и сестры. Вы почитайте ту тайну, которая была открыта Даниилу, и вы успокоитесь. Ничего с этого не останется, братья и сестры. А камень, который ударил в эти ноги, стал большой горою и наполнил всю землю. Что это за камень, братья и сестры? Аллилуйя Господу! Христос, братья и сестры! Христос где? Христос в вас! Это тайна для язычников. Это богатство тайны в этой славе для язычников, который есть Христос в вас. Или вы сами себя не знаете, апостол Павел Перекрутян, что Иисус Христос в вас? А нас же узнаете
что, может, вы не то, разве вы не то, чем быть должны? А нас, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Если мы те христиане, которые быть должны, Христос в нас, упование славы, в котором сокрыты все богатства, сокровища, премудрости и ведения. Братья и сестры, если есть сокровище, есть возможность, опасность, посягательство на это сокровище. Я слышал за одних богатых людей, которые имели, как говорят, на черный день. Имели сокровища, шкатулки там имели, золото, бриллианты, я не знаю что. Братья и сестры, нас день сегодняшний и завтрашний в светлых руках моего Господа, братья и сестры. И мне нечего переживать или тревожиться, или страшиться. Но они имели это сокровище. Воры как-то узнали. Сестры, когда вы купляете garbage can, сколько он стоит? Я купляю за $16 в Home Depot. Вы за $150. I feel sorry, но я знаю про что. Если придет вор, не заберет garbage can. Залез в шкатулку, забрал сокровище, шкатулку закрыл и disappear. Исчез. А хозяева себя живут преспокойно, думают, что они rich person. И когда они добрались до этой шкатулки, empty. Вы можете представить, какой стресс. Братья и сестры, мы в глазах Господа, в глазах сатаны тоже, намного богаче. Есть такой псалом, что давидюки поют, что я є богаче, ніж мільйонер. А Женя Поліщук нам приїжджала, заспівала, я є богаче, ніж мільярдер. І я нічуть не сумніваюся, що Женя Поліщук, укріпи її Господь до кінця, доведи, вона багатша, ніж мільярдер. Алілуя нашому Господу. You too! Простите, братья, что я чуть-чуть по-английски. Я же не проповедую по-английски. Я специально для молодежи, чтобы им wake up был. Потому что мои дети, у меня много детей и внуков много. Я очень с детьми общаюсь. Не соблазнитесь, если я скажу какое-то слово по-английски. Я и по-украински скажу. Братья и сестры, давайте я буду читать четыре стены, который вот здесь Дух Святой мне открыл, который это сокровище ограждают. Мы, наш фундамент, написано, никто не может положить другого основания, которое есть сам Христос. Наш фундейшн, наш фундамент Христос. Наше строение на Христе. Десница Господня нас покрывает и четыре стены. И это сокровище в нас. Братья и сестры, как я уже сказал, что если есть сокровище, есть опасность, посягательство на это сокровище. Не на гарбич. Апостол Павел говорит, я все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. А Христос – моя жизнь. А смерть – мое приобретение. Вот это, братья и сестры, сокровище наше. И мы должны это понимать. Мы в высшей школе. Когда меня, не меня, многие братья спрашивали, когда мы вели речь, как проповедь, и Бог давал нам уста и премудрость, которые не могли противостоять все противящиеся нам. Они нас спрашивают, а какое у тебя, парень или хлопец, образование? Я не знал, что отвечать. А потом Бог меня научил, я им говорил, вышнее. Что это за вышнее? Есть образование высшее, если ты там кончил какой-то там инженер какой-то. У нас много инженеров, это незавидная такая сильная профессия, но нормальная. А есть образование вышнее, свыше. И мы должны быть образованы свыше, братья и сестры. И без Павла говорит, когда зашло мне этих 15 с высшим образованием, а он с вышним. И как начал я излагать им Слово Божие, я смотрю, они стали такие маленькие-маленькие в своих глазах. Он знает тайны Царства Небесного. Братья и сестры, четыре стены, которые ограждают это сокровище. Апостол Павел, Дух Святой через него говорит так. Это я говорю для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. Ибо хотя отсутствуя телом, но духом нахожусь с вами, радуясь, и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа, посему как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укорены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевайте в ней с благодарением. Хотя отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, видя ваше благоустройство и твердость веры во Христа. Вы в нем утверждены, вы в нем укоренены, вы в нем утверждены, а это я говорю для того, чтобы кто вас не прельстил кратчевыми словами. Мы бы, если кто-то из братьев говорил, сказал, брат, wrong way, не тем людям ты говоришь. В нас благоустройство, в нас все налажено, в нас твердость веры во Христа укоренены, утверждены, укреплены.
Что таким людям какая опасность грозит? Они живут как в раю. И здесь написано, это я говорю вам для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. Прельщение – это оружие сатаны. Когда Адам с Евой жили в раю, что их оттуда прогнало, братья, и сказали? Вы скажете, Бог? Нет, не Бог. Молодежь, а ну давайте туда уже буду смотреть. Простите, что я что-то так братьям больше. Когда Адам с Евой жили в раю, им там было прекрасно. Подошел сатана с вкрадчивыми словами. Я то прочитал всю Библию, больше такого не нашел. Еще написано, что вкрались некоторые люди. Что такое «укрався» по-украински? Вкрався – це на вашу парковку. Зайшов тихенько, приїхав, відкрив дорогу машину, взяв кошелек, закрив і поїхав, і приходите, хай цього не буде, браті і сестри. Но сьогодні у вас така була перед собранням таке вступлення, то я хочу сказати. Или зайшов в ваш дом, тихонько забрали і щез. Браті і сестри, прийшов сатана до Єви з кратчевими словами. І все багатство рая пропало, потеряно стало, браті і сестри. І якщо ми не будемо ограждені цією першою стіною від кратчевих слов, если даже в нашей церкви есть это благоустройство и твердость веры во Христа, и апостол каже, вижу вас, но не будем стоять на страже против кратчевых слов, может быть урон, братья и сестры. То правда, правду ли, подлинно ли сказал Бог, что вам ничего нельзя кушать в раю? Парадоксально, братья и сестры. И она идет на сближение с сатаною. А сатане только этого надо, чтобы ты залез в какой-то интернет, кликнул на какую-то там кнопочку, на какой-то слайд, и уже там с сатаною общался. No way, братья и сестры. И она, бедненькая, простите, что я так за слово говорю, но не разумею, не знаю, как сказать. Говорит, да нет, мы можем все кушать. А сатане только этого надо. И получилось, братья и сестры, что вкрадчивые слова удалили их из рая. Мне понравилось, Куркаев был такой, говорят, что он уже умер, Николай, я много слышал его проповедей. И говорят, что в ихнюю церковь приехал один евангелист. Если пьяница придет на вашу парковку, вы его в церковь не пустите, чтобы он здесь не делал. Но если нормально одетый из Библии, вы думаете, что уже можете подумать, нормальный евангелист. И стал за кафедру говорить, и проповедует, и речь вот так идет. Потом раз смотрю и повернул в сторону. Пастор, чувство навыком привычный к развлечению добра и зла, все заметил. После собрания подходит старушка. Или просто сестра говорит, брат Николай, вот як той гость говорил, він не те сказав и не туда повів. Сестра, а що він не те сказав? И куда не туда повів? Я не знаю, але не те и не туда. Він каже, верная овца Ісуса. Точно не те і точно не туди. Браті і сестри, що нужно, щоб вкрадчивих слов бути нам огражденними? Быстренько бакалавра получить. Я не проти, щоб ви изучали Писання или біблійський коледж кончить. Я не проти, щоб ви учились. Браті і сестри, що нужно? Овці мої слушаються. Скільки голосів, браті? Алілуя Господу! Слушаються голоса моєго. А от чужого голоса бігуть. Ибо не знают чужого голоса. Я слышал свидетельство брата лично. Может, ну, я, если даже повторюсь. Он говорит, что уехал на Кавказ, и там с другом своим был, они там пасут овец, и пригнали 5 стад овец, там, где поются овечки. Я, говорит, посмотрел, они все смешались. Я говорю, что теперь вы будете делать? Проблема. Тысячи, сотни овец. Говорит, ты почекай, пока они напьются. Подожди, пока они напьются. Напились 5 пастухов, стали один с одной стороны, другой с третьей, четвертый, пятый стали. И один как закричит что-то там до них. Я смотрю, раз, повыбегали. Он пошел, и они за ним. Третий, второй, третий, четвертый. То самое, а пятый забрал те, что остались. Говорит, я начал плакать. Ну, как так? Говорит, а можно я на другой день оденусь в твой плащ? Твои ботинки, шляпу, палку. Говорит, попробуй. И я, говорит, оделся в его чоботы, его там плащ, что там было, шляпа, палку взял, напилися. И уже стою, ну точно как тот пастырь. И как закричу до тих овечек, а они кто куда? Хода від мен. И я начал плакать. Не имена по-украински, я даже не знаю, как по-русски сказать. Ну, короче, ну не имена, ну животное. И знает один голос. Брат и сестра, от этих вкрадчивых слов написано, вы укоренены в нем, утверждены в нем. Без Павла приезжай в одну церковь, 3 сестры. Старшего регента, старшего по финансам,
і старший там по пенію. Три їхніх жени, обично як начальствуючі браття, то їхні жони думають, що вони теж начальствуючі. І от вони вирішили зняти платки з себе. Хто-то їм сказав, що у платках нету ніякої святості. І пастор нічого не може зробити, тому що начальствуючі браття, і неприємно, і так полгода промучились, приїжджають туди без палу. І говорить, Бог дав мені сказати слово, яке їх сразило. Я говорю, сестри, якщо б мені Бог... Говорить, сестри, в платку нет никакой святости. Святость есть в послушании Слову Божию. И если бы мне Бог сказал, 10 ты платков должен надевать, я бы одел. А вы один не хотите. Они раз-раз платки на голову, и все, порядок. Я вижу в Писании через эти вкрадчивые слова тоже. Сколько есть сегодня церквей, что сестры с обнаженными головами? Мало или много? Я думаю, очень много. А вы знаете, в Писании написано, что если жена не хочет покрываться, я в этом вижу, что будет такое искушение у женщин, что они будут не хотеть покрываться. А если жена не хочет покрываться, и они выдумают всякие там лазейки, написано это тоже, что она обрытая. Вы видели такое? Братья, я не могу больше распространяться, мое время кончилось, 6-4 стены. Судите меня, братья, или дайте мне хоть минут 6-10. Я не затяну больше. Даже, братья, давайте я иду до следующей стены, который поставил Дух Святой, я читаю 8 стих. А вы это все запишите, и как чистые, как овечки, пережуйте это дома. Не вкрадчивые ли это слова с другой церкви? А все так делают. Не могу кончить. Беспалов говорит, когда я был маленьким мальчиком, я пошел первый раз в школу и помню, как сегодня. Бывает в старости очки положив, не знаю где, а что в детстве робив, расскажу вам все до точности. Такая цепкая детская память. Говорит, сижу, и там учитель далеко на доске пишет букву А, эй. Может, даже и повторюсь уже. Но туда далеко смотреть, это же нужно, понимаете. А рядом ученик пишет тоже какую-то каракулю. И я говорю, смотрю на того, что рядом, и перерисовываю, и получилась каракуля какая-то. Братья, молодые, может и вам далеко смотреть на эти образцы, что сегодня проповедуются с кафедры, а рядом с другой церкви все вот эти каракули, и вы перерисовываете, и в нашей церкви так будет. Братья, Писание говорит, я боюсь за вас, и здесь написано, чтобы кто вас не прельстил вкрадчивыми словами. Но если вы будете близко с Господом, так что слышать Его голос, вы от чужого голоса будете бежать во благо вам, слава Христу. Вторая стена, 8 стих. Смотрите, братья, по-украински написано «стережіться». Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию, пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Если бы этого не было написано в Писании, я даже боялся бы это слово говорить за ту философию. Это чуть ли не мирское слово, философия, это же не евангельское. Ну, раз Евангелие написано, значит, нужно говорить. Мы проповедуем все Слово Божие, братья и сестры. И когда я понял, что значит слово философия, не боюсь это слово еще раз прочитать. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией. Мы, христиане, хрещенные Духом Святым, можем быть этим увлеченными. Там прельщенные... А здесь увлеченные, да не будет этого с нами. Философия, греческое слово агапе, эрос и филио. Это три значения любви, братья это знают. И филио, филио, философия означает первое слово филио, мудрость. А София, ну, филио это любовь, а София мудрость. Если есть здесь сестра, София, Бог благословил тебя таким именем. Философия, любовь к мудрости. Вы скажете, да нормально, мы все любим мудрость. Братья и сестры, но здесь имеется в виду философия по стихиям мира, по преданию человеческому, а не по Христу. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас. У меня есть друг, племянник мой, тракист, говорит, дядя Славик, на East America. Торнейдо зашел в трейлер стейшн и раскрутил трейлеры и поднял их в воздух, и они в воздухе летали. Такая страшная стихия. Почему я это слово чуть-чуть расшифровываю? Смотрите, братья, я думаю, что это сказано про братья и сестры, чтобы кто вас не увлек по стихиям этого мира. Братья и сестра, своей силою противостоять стихии мы не сможем. Я говорю, знаешь, я не верю. Я оказался Фомой неверующим. И он меня поймал на вестибюле, дядя Славик, идите сюда.
И показывает мне на селлерфоне, значит, тот трак. Стоп, смотрю, идет эта страшная стихия. Я уже даже забыл, как оно по-украински называется. Короче, то торнейдо, этот страшный хопот опускается на тот тракстейшн, трейлер. И начинает этих трейлеров крутить. И смотрю, поднимается, поднимается. И поднялось их много, и летали доллары. Выключай все. Смотреть не могу. Ужас. Братья и сестры, Карл Маркс, вы все из Советского Союза. Там, где был government коммунизм, который смел с лица земли 50 миллионов людей. В Китае не меньше. Это стихии мира. Об этом сейчас кричат во всем мире, все люди знают. Кто-то ему подсунул, Беспалов это говорит, просто безбожную книгу. Он был набожное дитя и служил в синагоге. И когда подсунули ему эту безбожную книгу, стал творец коммунизма. А эта стихия сделала очень много. И отец Беспалов говорит, а отец был его мудрый, говорит, на смену эту придет нигилизм. Что это, папа, такое? Это никакой морали. Сестра говорит, еду в метро, сидит мальчик, мама 26 лет, хлопчик 6. И он свои грязные ботинки сильно хочет вытереть мое пальто. Я говорю, женщина, обратите внимание на своего мальчика, что он хочет сделать. Она говорит, я его воспитываю по японской методе. Что хочет, то пусть и делает. А мне дальше ходу нет. Нигилизм. И говорит, простите, братья, но молодежи хочу сказать. И стоит рядом хлопец лет 27, нечесанный, недель три не купанный, несколько месяцев, жует жвачку, вынимает эту жвачку, прилепил на лоб этой маме, говорит, мамань, меня уже воспитали по японской методе. Что хочу, то и делай. А я его воспитываю по японской методе. Никакой морали, нигилизм. Дальше, либерализм, либерализм, это значит всякое попустительство греху. Гуманизм, это всякое, чтобы всем было хорошо, всем угодить. Эти все измы, братья и сестры, они могут увлекать нашу молодежь. Я работаю в школе и вижу, какие рекламы для школьников. Это 100% сюда подходит. И мы стоять должны на страже и убеждать своих детей, чтобы никто их не увлек за стихиями этого мира. Я не могу больше на этом задерживаться. Да благословит нас Господь, братья. Третья стена, я прочитаю 16 стих. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или суббота. И это есть тень будущего от тела во Христе. Я работаю на работе, я не знаю, как вас в Сиэтле, но у нас в Портленде есть сильная такая реклама субботничества Ветхого Завета, еврейство, оно все смешалось, и на радио они ходят. И когда нажмешь кнопку, там такие речи идут, когда нашим проповедникам браться. Молодые девочки, сестры такие, там лекции читают, за субботу сказано в Писании 600 раз, за воскресенье там 2 раза, и там такие, вай. И я работаю, слышу, вот молодые там юноши что-то работают, плитку там ложат, и я слышу, что это с этим духом осуждения написано, никто пусть не осуждает вас. Итак, никто пусть не осуждает вас за пищу, питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. И я смотрю, что в этих юношей мечи так держатся, еле легенько так шатаются, а я свою лестничку ближе. Я работаю в американской компании, но я там... Значит, я понимаю, о чем они говорят. Я говорю, а можно вам представить некоторые документы? Они, а да, пожалуйста. И у меня на селлерфоне вот этот стих. И я с этим духом осуждения, который идет на этих юношей, на этих христиан, говорю, а ну на, читай. Только громче читай. Ну, громко читай. Он как увидел, что там написано, говорит, ну я не все понимаю. Я говорю, не все понимаешь. Братья и сестры. Мы не осуждаем тех людей, которые решили не кушать, например, что-то там. Мы не осуждаем тех людей, которые отличают день от дня. Отличают день от дня, отличают. Это твое дело. Но апостол Петр говорит, Павел, узнай, мы, евреи, не из язычников грешники. Однако узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только веру в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться не делами закона, а верой во Христа, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Один стишок, 3 раза сказано за дела закона. Братья и сестры, и здесь написано, никто да не осуждает вас, новомесячие, праздники, там я уже перечислял, я все даже не могу запомнить, и субботу, это тень, мы тени не служим, братья. Закон это был детоводитель ко Христу.
я уважаю, у нас были друзья, которые не кушали. Я жил в Василии Днесенко, пророк Винницы. Смотрим, идет сестра, и ее тогда говорит: Славик, убери все с стола, я там был поваром маленьким, давай, давай сюда сыр, сметану, я все поставил. Приходят, поблагодарили, покушали, помолились, и на том конец. Братья, ну что касается спасения, я одного друга в Портленде спрашиваю, говорю: зачем это ты принял? Для чего ты это сделал? Молодой он говорит: дабл спасение. Дабл – это двойное спасение. Христос, благодать и закон Моисея. Говорю: Христа одного хватить. Христос есть конец закона. Можно в субботы делать добро. Кто сказал так, братья? Аллилуйя! Сам Господин субботы. Сын Божий. Говорит: а если овца упадет в субботу в колодец, что ты будешь делать? И одна овца там написано. Не вытащишь ли тот час в субботу? Ну, тот час точно, ну, в воде, ну, утопится, ну, буду тащить, а тащить это ж big job. Простите, что говорит? Христос говорит: лицемер. Помните это место. Христос, братья, когда страдать за наши грехи, это кроткий агнец. Но когда стоять за истину, это лев из колена Иудина. Так как Христос сражался за истину, никто не сражался. И он говорит, что если ты овечку вытащишь, а вот эту, значит, человека исцелить, не должно ли исцелить в субботу? И так можно в субботы делать добро. За такое заявление меня бы в одни Христа распяли с другой стороны. Его за такие дела ненавидели и решили убить, и в конце убили. Братья, почему я это говорю? Старший сказал: да, це таке, слухати даже його не дуже то крепко стоїть. А твоїм дітям? А твоим внукам, а тем, которые завтра встретятся вот с этим духом осуждения, как они откроют им Писание, а твои детки или дачи даже на разбор слова не ходят. И что они тогда будут знать, братья? Нам нужно быть, как написано, утвержденным и укорененным в Писании. Я очень бегло сказал, братья и сестры, на это стена. Без Павла говорит: в Бразилии проповедует, говорит: кто хочет, чтобы церковь помолилась, ну, или покаяться, и что, выйдите наперед. Выходит старик, дедушка. Говорит: что вы хотите, чтобы покаяться? Говорит: да не, я верующий, я крещенный духом, принял крещение, а потом сатана меня погнал под гору Синай, там, где громы гремели и так дальше. И было рукописание против нас, и принял это все. А теперь возвращаюсь, как блудный сын, снова к Сиону. Поняли, поняли. Церковь, молимся, помолились, и благословенный был исход этого старика. Братья и сестры, я сын баптиста, я знаю, как трудно бороться со всякими этими сомнениями. Чтобы получить крещение Духом Святым, мне это стоило ужасной, ужасной борьбы. С 17 лет до 19 лет, включительно 3 года. Не так, как моим детям. Подвез мою доченьку, я в нашей церкви молюсь за крещение Духом Святым. Рудоченька там молится о крещении Духом Святым. Я после собрания тебя заберу. Сам выхожу с собрания, приезжаю, светится моя дочка. Папа, мене Бог Духом крестив. Аллилуйя. Да я и бачу тебе, Бог Духом крестив. Ну, чудеса, а мне не так. Потому я на этом настаиваю, братья. Мы должны быть утвержденные, укорененные, чтобы никто нас не поколебал никаким духом осуждения. И последнее, братья, здесь так написано: никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов вторгается. То, чего не видел, безрассудно надбиваясь плотским своим умом. Брат говорит: приезжаю в Ригу, а там уже девственники. Женатые и прочее, прочее. Говорит: братья, это не туда, но не приветствую тебя и прочее. Безрассудно люди надмиваются плотским своим умом и принимают всякие виды служений, которых мы не знаем. Я не буду называть даже того имени, большой евангелист в Америке. Я пришел и нашел его книгу, и там написано: «Доброе утро, Дух Святой». В нас так Духу Святому не говорят: «Доброе утро». Ну, так вот здесь, в Америке, легко. И когда я начал его читать, там то больше, больше, стою на колени молиться, и внутри меня слышу вразумление: а ты пребывай в том, чему ты научен и что тебе верено, зная, кем ты научен. Через 10 лет приходит мне отречение этого евангелиста, 10 отречений, метание жакета, отрекается, Евангелие процветания, отрекается, отрекается. О, то как раз тот момент, когда мы там в Советском Союзе смотрели эти все видео. Я чуть-чуть говорю под кодами, я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я осуждаю братьев или все. Братья, но тут так написано: чтобы кто вас не обольстил. Всякий обман имеет две притечи: это прельщение
И о обольщении. Служителя знают, что с людьми прельщенными еще можно работать, но с обольщенными почти невозможно. Что такое обольщенный человек? Это белое он почитает черным, а с тебя смеется, потому что ты почитаешь это белым. Сладкое он почитает горьким, а с тебя смеется, потому что ты почитаешь это сладким. Вы, молодые, может, даже не поймете, о чем я сегодня вам говорю. Но братья старшие понимают, насколько трудно спасать тех овечек и тех братьев и сестер, которые уже попали в любое обольщение. Написано, никто да не обольщает вас, не держать головы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Братья и сестры, растет возрастом Божиим, скрепляемое тело связями. В Ефесянам написано, что получает приращение самого себя в любви посредством взаимно скрепляющих связей в любви. Связи – это любовь, а составы? Вы скажете, то же самое. Если бы то же самое было, то мне бы написано разные слова. Состав есть бедренный состав, не дай Бог поломается. Есть локтевой состав. Есть вот это, даже не знаю, как он называется, уже забыл, может, знал. Запястный слово. И если я ухоплюсь одной рукой, я этим не занимаюсь, составы имеют такую силу, буду держать мое все тело. Такое братья знают больше, чем сестры. Сила состава. Братья и сестры, я хочу, чтобы на скрижалях нашего сердца мы там встаем на колени. И если на связи порваны и составы поломаны, у нас не будет духовного роста. И сатана все вот эти четыре стены, что я сказал, хочет руйнувать, братья и сестры. Хочет нас кратчевыми словами поймать, вылазить. Хочет нас ко всякими там по преданию человечества, по стихиям мира. Хочет нам каким-то духом осуждения, заблуждений писаний. Хочет нас самовольным служением, что люди придумают, вывести. Ну, что поломать состав? Братья, я прочитаю только один стих. Вот дал Бог мне. Смотрите, как здесь написано. Деяния апостолов, 9, 31 стих. Это после того, как Господь открылся Савлу после смерти Стефана. Церкви уже по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, там, кажется, написано, умножались. Ходя. Что такое ходя? Вот я могу идти. Почему? Потому что мои составы и связи работают. Ходя как? В страхе Господнем. Аллилуйя нашему Господу! Братья и сестры, если в нашей церкви, если в вашей церкви, Давид говорит, придите, дети, послушайте меня, как на престол пробраться, я царский, как вы стать... Так написано, молодые, юноши. No! Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Страх Господень – это начало и венец премудрости, брат и сестра. Мы сможем ходить в нашем Господе, когда эти составы не будут поломаны. Я был руководителем молодежи немало лет. И когда мне пришлось трудности там с девицами и с юношей, и с одной пришлось взять ее прямо в рамки. Братья, если вы видели человека, который ломает состав, его берут такие рамки. Ну, я не хочу говорить. Вот. И дал Бог немного, и она исправилась, я не хочу имени ее называть, чудно исправилась. Бог ее благословил прекрасным мужем и так дальше. И вот мы с братьями сидим, и надо же, она пришла прямо на братские собрания. Говорит, братья, я благодарю вас. Обычно они приходят с обидой, с какими-то, знаете, как приходят. А то пришла, братья, я благодарю вас, и говорит эти слова, что вы меня тогда взяли в рамки. Чуть ли не знаю, что. Сестры и братья, молодежь, если ваши братья видят, что ваши составы уже хромают, нет разницы, может, даже вы не молодежь, молодожены, например. Братья и сестры, во имя Иисуса Христа нам нужно укрепление и утверждение. И это делает Бог Духом Святым и через своих служителей, через папы и мамы, через отца. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Простите за эти две минуты. Мы встаем на колени и молимся, чтобы дал нам Господь быть сокрытым нашим Господом под защитой, которую мы сегодня беседовали. Аминь. Молимся, братья.
Ава, Отче, майся на гарабалаборібірік рабелегалеос, ти даєш утомленному силу армане галаменалеос, і знімогшому даруєш крепость албірік рабелегалеос. Ето ми, Господи, я молю тебе, дай нам твою крепость, і дай нам эту силу, ібо ми знімагаєм, порою ослабіваєм небо святоє, но сила наша у Господа. Алілуя, крамане галамене фрабатегалеос, армине галаменалайса рагалабарабалеос. И я молю тебя, даруй, Господи, благодать на благодать церкви твоей, молодежи нашей, дитям нашим, внукам, аллилуйя, аллилуйя, крама на голова рабалава рабата галейса рагалеус, удари от нас всякое томление, всякое сомнение, всякое превозношение, всякую гордыню, дабы мы были смиренные, умоленные, как овечки, слышали один голос пастыря, аллилуйя, аллилуйя, крама на скарабалава рабирегалеус, и дай нам то, только на Твоей груди, только в Духе Святом, только у Бога, да успокаивается наша душа, ни в наслаждениях житейских, ни в стихиях албера галаманалеус, рамена галейсера галабера балавара береглеус. Я молю Тебя, огради каждое сердце, Христос, оградую небо рамалалейсера галабера балаус, рамена галаманалейсера галеус, албери галаманалейсера галеус, и дабы кого не ужалил змей, да не разрушал им этой ограды. Аллилуйя, крема да скарабалаос, дабы мы были сокрыты в Боге нашим благодать, и милость да будет с нами за это служение, за это общение, Господи, за это общительность, что Ты нам подарил в Духе Святом и в крови Христа, ламена скарабалаос. Аллилуйя, мы Тебе благодарим, живого Бога. Аллилуйя, Тебе наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо видуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, сила і слава по віки. Амінь. Сідайте, будь ласка. На короткий час присядьте, ми звершимо молитву за нужди, які поступили наперед. Ми дякуємо всім учасникам сьогоднішнього богослуження. І всі ми, хто прийшли, подякуємо Господа за Його доброту до нас. Я читаю перші дві об'яви. Знаєте, воно в житті людей все є важливо. Брати та сестри, помоліться, щоб Господь допоміг нам знайти хату в рент 5-6 кімнат. Може, і хто знає хату таку, тільки немає, хто це пише, і немає телефона. І слідуюча об'ява. Брати і сестри. Це не та. Об'явіть, будь ласка, хто має одну кімнату здати в оренд на 2 місяці. Тут є телефон. Може, є такі, одну кімнату на 2 місяці просять в оренд. Комусь потрібно цих 2 місяці тимчасово прожити.
то теж дайте знати. Ви мені дозвольте прочитати пару віршів, я ніяких коментарів не буду робити. Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як він є. І кожний, хто має на нього надію Отцю, очищає себе так же само, як чистий і він. Це нехай будуть ці вірші для нас благословення на цей тиждень. Читаю. Дорогі брати та сестри, будь ласка, підтримайте в молитві за сина, що Бог дав покаяння, повернув до церкви і звільнив від залежності гріха. Батьки просять. Просимо церкву помолитися за сина, щоб Бог дав йому ревність ходити в дім Божий. Батьки просять. Дорогі брати і сестри, прошу вас, помоліться за моїх дітей, внуків і правнуків, і всіх родичів. Нехай їх Господь помилує і дасть їм покаяння і спасіння. Дорога церква Христова, прошу, помоліться за брата Валерика із Сакраменто. Він тяжко страждає. Нехай Господь вийде на поміч і помилує його. Просять рідні. Брати та сестри, помоліться за нашого сина Андрія. В нього буде операція у вівторок. Хай Бог благословить його і руки лікарів. Батьки просять. Слідуюча записка. Дорогі брати і сестри, в мого чоловіка день народження. Благословіть його зі мною, молитвою. Хай Бог дасть сили, ще більше мудрості, здоров'я і щастя в житті. Дружина любить свого чоловіка. Завтра є день народження у Едік Губарик. Хай Бог його поблагословить на ціле життя. Друзі просять. Може, ще є в кого слово? Ви можете сказати. Задніпровський Павло є в лікарні. Є в лікарні. Буде молитися. Ми встанемо для молитви. Боже, ти наш Господь. І ти наш Спаситель. Мій Ісус, слава тебе. Мій Боже, добре. Наш добрий Боже, Ти для нас дарував цей день, недільний день. І ми дякуємо Тебе, що ми мали можливість бути в зібраннях, і в ранішньому зібранні, і в вечірньому. І Ти до нас говориш через Твоє святе, божественне, непомильне слово. Ти нас навчаєш. Ти, Господі, обітниці Твої для нас відкриваєш. І ми бачимо нашу майбутність спасених людей. А поможи нам, Господи, остатися для Тебе вірному в нашому житті, в цій дорозі. Через все наше життя ми надіємося тільки на Тебе. Господи, ці потреби, які тут були прочитані. Батьки просять за своїх синів, щоб Ти, святий і праведний, спас їх і дав їм життя. Дав їм бажання ходити в зібрання. Ти є сильний Бог.
Ти є сильний Бог, Ти є всемогутній Господь. Любий добрий Боже, там в сакраменті є брат, який теж має хворобу, але й Ти йому можеш допомогти. Нехай явиться Твоя милість, Святий Боже, хай явиться Твоя милість. Твоє слово має силу і владу, коли воно виходить із уст Твоїх. Господи, операцію будуть робити для Андрія. Вівторок, нехай Твоє благословення буде. Дай успіх і в цій операції, бо Ти є Господь, Ти все контролюєш. Любий добрий Боже, хто-то просить і має потребу, щоб мати квартиру 4- або 5-кімнатну. Я думаю, це вже на протязі певного періоду часу ця просьба є. Яви Твою милість, допоможи, Господь, для цієї сім'ї і в цьому питанні. Господи, дружина чоловіка свого благословляє, в нього день народження. Нехай він буде благословений. Друзі благословляють теж свого брата Едіка Губарик. Нехай він буде благословений. Благослови, Господи, всю нашу церкву, кожну сім'ю, кожного члена церкви, всю нашу молодь, всіх наших дітей. Нехай ім'я Твоє славиться і святиться в народі Твому, бо Ти достоїн слави. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа.